Виктор Пал Иван, треба господину Сати, вы не думаете, что акцизы должны быть располовинены, а раз таможка авто должна быть символическая в пределах... Согласен. Согласен полностью. И об этом говорю, чтобы вы понимали, чем дешевле бы стоила растаможка автомобиля, тем больше бы у нас регистрировалась машина. Он потенциал не бун. Более миллиона человек у нас на заработках. Вспомните, Рок, что лучше? Ваша, ну я ж экономист, да, Георгий? Найфакутафасер, да, ну не ми компликации. А не-ка, вспомните, Рок, Фурмоз. Вот растаможила 10 тысяч человек машин, 10 тысяч человек растаможили автомобили, например, да? И берем эти Касфику, цифры конкретно. Значит, 10 тысяч автомобилей берем, умножаем, ну, валегац, пьюштюк, я знаю, что есть, зависимо от кубатуры, стоимости и так далее. Берем 10 тысяч автомобилей, умножаем на 3 тысячи евро. Такой, как Алайба, может сказать, ребята, это 30 миллионов евро в бюджет. Усатый, ну, залезящий в оргию. А мы восполнимся, арфач усатый. Уменьшаем растаможку минимум в 2 раза, а лучше в 3. И скажите, пожалуйста, что лучше? Берем 500 тысяч автомобилей, да? Ворбез 2000 день диаспора, ну мой ворбез дещи карекштик бани интерьер цели. Ну я спомним, 3 мей. Ну мол, цель шлад за 7 мей, коррект? Да. Шанши... 3 миллиона. Да. А мы ловим жемота де миллион, де машин. То есть 500 тысяч. И умножаем на 1500. Шапки сучен за миллион. Ланойкам жема де цара. Ну жема цара. Да, до утрем ден цара. Блавку номере Транснистрень. И им блав, ну калы бил пи Смирнов, ше Приднестровер, ше Шерифу. У меня где-то так и рама ефтина раз таможка, где-то талор ляра тот у нас и ярам фазы бендер, и раз положим эти парни. Коррект? И лог здесь армонизиазы, жустиция, карила ной перрыпа вообще, да? И армонизиаза аз, к совем еще ж пресла машин. Понимаешь, да? Дентрынш коммерсант, аз таком объеме водой друзья, тенерец. Вообще, ну, сапкал в нем минус, анцелесь? Да алту, инко дати ниште бани он промутат, што дос и еје на Польшу, как бо рамас датор. А пјака ше аиште пино не гувернеза, понимаш?